В начале видео хотим сделать объявление. У нас Ромка лег на операцию в больницу, и поэтому какое-то время не сможет участвовать в съемках. Будем снимать вдвоем с Яриком. Вот. Поддержим Ромку. Ромка, выздоравливай. Все подписывайтесь на группу ВКонтакте. Там Ромка выкладывает видео с больницы под названием «Хроники Ширяя». Вот. Ему пишите в комментарии свои пожелания на выздоровление больших длинных уколов больных. Вот. Ну, погнали. Я картошку не ем. Я не могу, там интернета нет. Пап, ну я за год съедаю мешок картошки, он стоит 800 рублей. Ну, вот возьмите и купите мне его, и все. Это Костя, мой одноклассник. Он поедет вместо меня. Ну, а с тебя сочинение. Договорились. А, что такое? Не-не-не, сынок, ничего, занимайся. У меня свидание. Да я серьезно, либо я живу с вами до 40 лет, либо вы не мешаете моему счастью. Вот. Я буду год выносить мусор и мыть посуду. Ой, мне плохо, я правда собирался вам помочь. Ну какая-то жесть, живот заболел. А помните, вы мне хотели на днюху мотоцикл подарить? Но! Ну так вот, ну не надо его покупать. Просто кризис, доллар подскочил. Зачем вам эти затраты? Договорились? Мам, можно мы с папой наедине поговорим? Спасибо. Папа, я-то видел, как ты смотришь на Валентину Семеновну. Я об этом никому не скажу. Папа, ну да картошка это вообще прошлый век. Ее даже вегетарианцы не едят, там углеводы и крахмал. Я удалю Counter-Strike! А я хрен сказал! Ну и танки тоже! Давай собирайся! Ну и дома удалю тоже! Ну ладно. Да я физически не могу! У меня сегодня в Warcraft запланирован рейд с гильдией! Все, давайте, пока! А помните, вы всегда спрашивали, почему я тогда с фингалом домой пришел? Да, я тогда не упал. Но я готов рассказать вам правду, если вы меня не возьмете на дачу. Угу. Я поспорил с пацанами, что пылесосом глаз высосать нельзя. Дебил. Папа, мы договорились. Папа, ну я уже взрослый мужик, и у меня у самого скоро будут дача и дети. Давайте я сам буду решать, ехать мне или нет. Хорошо? Да я вам только мешать буду. Я вырву маленькую ямку, криво кину картошку, плохую землей засыплю, она вообще мхом порастет, вообще замучимся потом огребать. Вот. Пап, можно мы с мамой наедине поговорим маленько? Спасибо. Мам, я тут кое-что знаю про папу, я тебе расскажу, но обещай, что не возьмешь меня на дачу. Понравилось видео? Ставьте лайки, делитесь с друзьями, подписывайтесь на наш канал и смотрите предыдущее видео. Пока!